Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и это вторая глава прохождения второй главы игрушки под названием Spirit of the North. Ну и хотелось бы, как обычно, сказать спасибо за предоставленную игрушку, такой подарочек подписчице Кровоцапки. Ну что же, вторая глава, продолжим. Кто-то в комментариях просил меня, чтобы, когда идут различные игровые ролики, я не болтал. Хорошо, ладно. Дам вам насладиться полной атмосферой игры. Итак, начнем. Насколько мы помним, что с первой главы мы провалились здесь... мы нашли какой-то артефакт загадочный и провалились здесь под землю. Собственно, как я понял, наш лис погиб, может быть, не погиб, поправьте в комментариях. И дух, который преследует нас, дух какой-то древней лисицы, идет за нами по пятам, чтобы довести нас до Красной Порчи. Нет, видимо, мы не погибли, но у нас перелом лапы. Мне все время так жалко, когда страдают животные. Я очень люблю животных, и невозможно смотреть сейчас, как наш лис идет, прихрамывает. Shift не работает. Музыка атмосферная, просто я не могу. Прям за душу берет, честно. Куда нас ведет этот загадочный лис? Может быть, там впереди какое-то будет исцеление? Оу, тихо. Кстати, в первой главе, по-моему, если я не ошибаюсь, мы не спасли две души. Здесь, в этой главе, нужно спасти две души. Ну, вообще, при загрузке я это видел. Оу. Посмотрите, какая статуя лисы. Я так понимаю, это священное животное на этих землях. Это же, по сути, это все тайны и загадки. Глядя на эти символы, так и хочется разгадать тайну, но немножко тяжело пока понимать, собственно, что это и в чем здесь состоит дело. Гора. А души людей. На холме сидит лис. Ну, явно, эта лиса — это божество, которое владеет этими землями и помогает людям. Ну, скорее всего, так. Мифология, она такая интересная штука. А, вот, посмотрите, вы видели, да? То есть там был первый такой знак на горе лис. Люди вокруг, а теперь знак горит красным, и нету лисы на холме. И люди как будто бы расстроены, в панике, плачут. Так, я вижу первого человека. И, скорее всего, надо попробовать как-то душу его... исцелить, что ли? Вызволить из заточения тьмы? Так. Еще один знак. Взрыв вулкана. Мертвые люди.
Скорее всего, может быть, какая-то красная порча это была наведена. Или что это? Смотрите, лис, кстати, гавкает в ответ. Так, я вижу священный посох, и посох этот нужно будет сейчас оттащить к тому умершему человеку. Давайте сейчас вернемся. Тяжело, конечно, то, что лис наш прихрамывает. Мы не можем перемещаться быстрее, и очень тяжело смотреть на это. Так, надеюсь, тот лис священный, он не уйдет от нас. Ага, посох начинает загораться. Мы близки к нашей цели. Пишите, ребята, в комментариях свои догадки, разгадки. Как я говорил, то, что мифология — это очень такая тяжелая штука, но все тайны можно угадать. Вы видели? Нас даже поблагодарили. Сохранение. Отлично. Я думаю, что при открытии всех душ в игре, собственно, будут какие-то, наверное, достижения в Стиме. Какие-то, может, даже карточки открыты. Либо, может, даже бонусный уровень, или полностью тайна разгаданная. Кстати, кровоцапка, я знаю, ты смотришь это видео. Я передаю тебе огромный-огромный приветик, обнимаю и еще раз говорю огромное спасибо. Честно говоря, игрушка, знаете, она, мне кажется, дает о чем-то задуматься, таком жизненном, не знаю. Так, разрушенные города, страдающие люди опять. Собственно, да, по-моему, божество то ли было похищено, то ли еще что-то, и люди начали страдать, умирать, погибать. А вот эти люди, это, наверное, скорее всего, хранители. Хранители этого божества. Так, ну, я надеюсь, что когда я буду проходить последнюю главу, и если где-то я что-то упустил, мы изгоним эту порчу из этого места. Блин, ну графика, конечно, здесь вообще на высоте, честно скажу. Так, давайте посмотрим священный посох. Прошерстим каждый угол. Все-таки хочется на максимум пройти игрушку полностью. Там еще какие-то тотемы непонятные. Но я думаю, если мы сейчас зайдем в это озеро, то, скорее всего, мы исцелимся и уже не сможем помочь тому человеку.
Где же оно может быть? Может быть, в центре, в воде? Как я заметил, что всегда первого человека очень достаточно легко спасти. А вот чтобы помочь второму, не так просто. Не знаю, как вам, но я повторюсь, мне очень сейчас тяжело смотреть на это бедное хромающее животное. Раненое животное. Покажи нам знак. Так, ну, возможно, там и нету посоха, я не знаю. Давайте, ладно, войдем в это мифическое озеро, да? Загадочное озеро. Так. И что нужно? Просто... Хорошо. Скорее всего, будет кат-сцена. Давайте посмотрим. Ага, я понял, ребята. Это своего рода священное место для исцеления. Здесь заложены какие-то души, которые, собственно, придают тебе силы, здоровье, излечивают от различных болезней. Как видите, наш лис полностью выздоровел. Это здорово. Так, ну что ж. Хорошо. Давайте продолжим наш путь. Ого, посмотрите, кстати, какой ореол появился рядом с нами. Я сначала-то и не заметил. Не обратил внимания. Нас преследует священный след. Священная душа. Так. Ого. Ого, ничего себе. Мы, кажется, нас насытили такой невероятной силой, что мы даже можем открывать различные секретные ходы. Круто. Фух. Это было невероятное путешествие, на мой взгляд. Я не знаю, как вам, но мне очень-очень понравилось это путешествие. К сожалению, одну душу, как всегда, я не смог освободить. Но, по крайней мере, мы уже близки к разгадке того, что здесь было и что это за место. Мы узнали, что... Да. В первой главе я тоже говорил, что... Лис в данном месте было священное животное. Собственно, как божество, которое помогало людям во всех их делах, чего бы они ни хотели. Ну что же, я надеюсь...
Вторая глава вам понравилась, и мы скоро продолжим с вами смотреть третью главу. Пальчик вверх, подписка на канал. Пока. Берегите животных и любите друг друга.